Лисы вместо шайбы. Виктор Фаст оказывается в сетке. Как бы там травму не получил голкипер. Да, очень неприятное столкновение. Там Богдан Киселевич проводил силовой прием против Гинца Мэйи, который после ошибки Ивана Телегина был выведен на хорошую позицию, но Богдан Киселевич не позволил нанести хороший такой точный бросок. А так все Гинц Мэйи это правильно делал, перекладывал на то, чтобы бросить с неудобной, и в итоге столкнулся с Виктором Фастом. Вот так вот Гинц Мэйи, капитан команды, имел шанс на первых секундах уже.